начать. Кого-то нашли. Undead. Undead немец. Так, давайте против Undead сыграем соло тинкера. Правильно? Правильно. Я правда не знаю, во что идти. В медведя или... Или все-таки во что-нибудь... Ну да, две лорницы, а что же делать еще? Еще можно в гарк сыграть. В смысле, в гипсов сыграть. Гейл хэф юту. Прикинь, немец, это сокол шифруется. У меня нет тогда шансов против соколика, вы что... Так, а тинкер что? Тинкера в соло качаем. Через факту потом переучиваемся ориентировочно на ракеты. Провоцируем, ставим базу. В зависимости от ситуации. Ну, вопрос тайминга исключительно. Ну и можно было пойти на разведку, конечно. Делаем первую арчу. Отправляем вторую арчу в центр для того, чтобы она была готова затариться тинкером. Может спидран лонгвара устроить, да. А он, кстати, тоже уже может в экспанс спокойно сыграть, правильно? Слишком просто. Стреляй. Вдруг там жук и фаст эксп. Ну, с тинкером можно напрягать, конечно, экспан. Укажи мне путь. Недостаточно золота. Похоже... Не, ДК все-таки. Я готов. Здание готово. Жду приказа. Хорошо. Здание готово. Твой ход. Тинкера нашел. Приказ поняла. Старту готов. Твой ход. Я готова. Жду приказа. Наши воины вступили вся в бой. Вся система в норме. Неплохо он тут. Обороты в норме. Я готова. Укажи мне путь. Акалит минус. Приказ поняла. Вся система в норме. Что там у тебя? Жду приказа. Старту приказ готов. Поняла. Что там у тебя? Укажи мне. Да поехали, поехали, крепиться уже надо. Нужно больше лунных колодцев. Ну. А, он там побил, видите? Грамотные. Грамотные, серьезные люди. Давай делаем грейд. Он в целом хорошо подхарасил, конечно. Я думаю, надо ставить базу. Было сразу. Давай, ну. Давай, ну. Ай, добил. Дурак. Добил еще барак. Я думаю, что-то он не атакует. Думаю, по голему будет бить, или не по голему? Вся система в норме.
Надо проверить, у него, может, гарги будут. И он какой-то вяленький. Финды. Непонятный товарищ. Очень. Я тоже, конечно, косячу. Вот эти вот добивания. Непонятные герои. В целом, наверное, можно сейчас с третьим тинкером уже бежать в сторону его магазина, учитывая первого деку и низкий запас здоровья. Даже лечиться не будем. Будем ли мы делать еще арчей? Не вижу смысла. 6 вполне хватит для крипинга. Ботиночки можно взять. Какой хаос просто на крипинге, рыбогоблины. Так, ты дуам, пожалуйста. Да заказать еще виспов. Забыл Hunter's Hall, естественно. Ну, все как обычно. Ничего. Ничего сверхъестественного, реально. Давай сюда зайдем. Нечка пошла. Пытаюсь собрать тех людей, которые находятся на его территории. Ага, и он здесь, да? Нет, не палимся, он на магазин идет. Поэтому давай сразу крепиться. Все, мы знаем, что он пошел. Спокойно, спокойно. Без паники. Делаю сразу грейд на следующий тир. Арчун, ты ж... А, он гоблина бил, а потом гоблина не стало. А есть там подрывники? Сейчас появятся. Можно взорвать что-нибудь? Можно. Погнали. Лорница, лорница. Да, да. Но у меня нет леса. Арча пробегает, он там идет. Я здесь заказываю виспов. Вообще надо было вернуться, подлечиться, чтобы отбить экспант. Много можно взорвать. Хороший взрыв. Наши воины вступили в бой. Вся система в норме. Жду приказа. Слишком просто. Что там у тебя? Блин. Ну вот и минус арчи, короче. Чё, нормально. Вся система в норме. Приказ поняла. Старту готов. Укажи мне путь. Здание готово. Здание готово. Ладно, да заказываем друадок. Такие рыбогоблины в атаку. Ну он блочит. Не, ребята, это серьезно. Ну, арчей что? Минус 3 штучки. Вроде без криминала. Правильно? Я бы проверил у него... Не, давай сначала отобьемся. Жду приказа. Что случилось в наших лесах? Что там у тебя? Вся система в норме. Сначала отобьемся. Потом уже будем в атаку идти. Соло-тинкер, это наше все. Варчу сюда отведи. Да он мог вполне ночку поставить. Отведи моего копья. Медведи делаются. Давай так. Я бы еще немножко виспов достроил, потому что не хватает.
О чем шумят деревья? Приказа. Во славу лесу. Система в борде. Старту готов. Это мне. Наши воины совершили. Да, есть экспанд. Приказ поняла. Обороты вновь. И он работает. О чем шумят деревья? Что произошло? Спящий пробудился. Что там у тебя? Давай возьмем персональный телепорт. Быстренько домой. Ну, за арбой, за маной в первую очередь. Что случилось в наших лесах? Исследование завершено. О, да. Я разберусь. Что случилось наши в наших лесах? Вступили... Выходим из лимита медведями. О чем шумят деревья? Что произошло? Я оставляю слишком много следов. Охота начинается. Тебя крышка! Ты что думал? Один можешь только блочить? Ха! На-на. Обороты в норме. Что случилось в наших лесах? Погнали. Что произошло? Охота начинается. Обороты в норме. Ух ты. Наши воины вступили в бой. Привет. Исследование завершено. Погнали нанести удар путинцу. Вся система в норме. Блин, он опасный. Без шуток. Вон фокуси дрядками. Я больше нет. Обороты в норме. Старту готов. О чем шумят деревья? С радостью. Укажи мне путь. Что там у тебя? Что случилось в наших лесах? Вся система в норме. Уже третий лич. Наши воины вступили в бой. Я не сплю. Что произошло? Что случилось в наших лесах? О чем шумят деревья? Здание готово. Но у него Т3 нет. Тут хорошо зиггурат снесли. Да сейчас убьем. Я думаю, дожмем. Тинкер уже наполовину шестой. Можно быстренько тыкнуть в... А он не собирается сражаться за эту базу, что ли? Пошла арба. Я, похоже, собирается. Я не сплю. Что случилось в наших лесах? Я оставляю слишком много следов. Мне нанести. Ой, зажался ДК. Класс. Мне нанести. Обороты в бой. Что произошло? Что там у тебя? Старту готов. Ну, как бы все. Дальше можно поставить демотивирующую базу здесь. Чтобы он так знал, что я не собираюсь ему отдавать на халяву ее. Где вообще... Тинкер прорывается, так и убивает сразу. Молодец. Хорош, ты чё? О чём шумят деревья? Он меня видит с... А, шестой Тинкер. Пошла жара. ГГ. Да. Я провтыкал.